Узнать, что делают в норе новорожденные лисята, будто под микроскопом разглядеть каждую лапку муравья и за минуту увидеть, как вырастает и распускается цветок. Уникальный документальный фильм «Зеленая планета» – рассказ о жизни леса, как ее видят сами лесные обитатели. Годами кинокамеры следили за жизнью растений и животных, оставаясь незамеченными. В Самаре такое кино показывают впервые. Один из сеансов киноцентр «Вертикаль» сделал бесплатным. В кино пригласили самарских школьников. Это некий урок биологии, но очень простой, доступный, понятный и нереально красочный, красивый. То есть фильм создавался около 6 лет по специальной технологии для большого экрана. Задействовано очень много макросъемок, очень красивых планов. Научно-популярное кино может увлечь 10-летних детей не меньше блокбастера. Такой природы они еще не видели. Мне фильм этот понравился пейзажами. Еще музыкальное сопровождение подобрано вообще как надо. Я узнал для себя о том, что разные насекомые даже в грибах могут жить, что каждый обитатель леса в чем-то нужен. В киноцентре «Вертикаль» считают, именно такое кино надо показывать детям. В планах развивать образовательное направление. Фильм «Зеленая планета» для широкого зрителя в Самаре покажут еще дважды – 17 и 18 марта. Начало сеансов – 18:20. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.